преддверии 8 марта деятельные и активные, талантливые и трудолюбивые, добрые и заботливые, одним словом, приморские женщины собрались в фойе Краевой филармонии. Пока в Большом зале шла подготовка торжества, на котором дам поздравят первые лица региона, мы поинтересовались, что бы сами женщины пожелали жительницам Приморья. 8 марта, что бы вы пожелали женщинам приморской столицы? Женщины приморской столицы бы прежде всего пожелала бы здоровья. Здоровья, здоровья, здоровья. Запаха кофе и много-много поцелуев. Ну, наверное, хорошего настроения, раз это 8 марта, надежного мужчину рядом. Конечно же, улыбок, цветов. Безусловно, чтобы морщинки только были от того, что они улыбаются. Полную любви весну. Всем приморским женщинам и всем женщинам нашей России, планеты, прекрасного настроения. Оркестровая музыка, выступления хоровых коллективов. И вот на сцену выходит глава региона Андрей Тарасенко с поздравительной речью. В этом зале столько замечательных, прекрасных женщин. На вас держится не только дом, семья, дети. Вы трудитесь в разных сферах деятельности. Здесь и руководители предприятий, и многодетные мамы, государственные служащие, рабочие, врачи. Больше сотни представительниц прекрасного пола, о которых говорил губернатор, приехали получить награды в различных номинациях со всех уголков Приморья. Награды, дипломы и памятные призы глава региона вручал всем лично. Особое внимание присутствующих Светлане Наврук. Мать 10 детей награждает знаком «Родительская доблесть». Сама женщина считает подобные мероприятия и поощрения очень важными и полезными для общества. Наверное, конечно, очень важно, чтобы женщины, которые принимают, и вообще семьи, и не только женщины, но и мужчины, которые принимают свои семьи и детей, чтобы они все-таки, ну, почувствовали какую-то благодарность, что ли. Чтобы кто-то просто поощрил, сказал спасибо. Кроме матерей-героинь, награды получили талантливые женщины-управленцы, директора департаментов и другие женщины-госслужащие. Некоторые и вовсе не ожидали приглашения на вручение награды. Вы знаете, вот сегодня я вдруг получаю билет, вот, ну, не сегодня билет я получаю, там тоже вот написано «Сажусь, место награждаемое». Для меня это очень, ну, как бы сюрприз. Я всегда награждаю других людей и никогда почему-то всегда, ну, вы... Не награждалась уже долгое-долгое время, и поэтому мне очень приятно, что сегодня будут награждать и меня. По окончании награждения глава Приморского края еще раз поздравил жителей Приморья с наступающим праздником, подчеркнув, что именно их забота, любовь и терпение помогают мужчинам справиться с любыми трудностями. Евгений Черемухин, Сергей Тулатьев, новости на восьмом.